в офисе фонда «Русской березы» уже поставили елочку в преддверии нашего новогоднего марафона «Рюкзачок Снегурочки». В этот рюкзачок мы собираем подарки, которые будем отправлять в глубинку детишкам. И мы поставили еще специальную корзиночку, куда можно положить или прислать подарок для наших сотрудников. У нас очень хорошие сотрудники, которые много трудятся. И благотворители знают этих людей. Кто захочет поздравить наших сотрудников, присылайте подарочки лично для каждого или для всех сразу. Всем на Новый год подарим. Рюкзачок у нас будет установлен и в московском офисе. Можно будет подарочки привезти, пожертвовать для отправки. Также нам нужны денежки на отправку посылок подопечным и на покупку сладостей и сувениров. Вот такой ящичек установлен для сбора пожертвований на отправку посылок. И в нашем жуковском офисе, и в московском благотворительной галерее. Будем очень рады присоединяться к нашему новогоднему марафону.